Всем привет! Меня зовут Мадина Аулиханова, и я рада представить музыкальную премьеру на телеканале «Югра». Сегодня, прямо сейчас, я расскажу, что же такое «Югровидение» и кто его участники. Наш проект начинается там, где поет твое сердце. «Югра услышит тебя». Мы начинаем. Музыкальный проект «Югровидение» стартовал 1 апреля, и с этого дня был открыт заочный этап конкурса, участниками которого стали жители региона самых разных возрастов, национальностей и профессий. Поющие талантливые люди со всей Югры присылали нам видео своих песен и заполняли анкету на участие в проекте. Ровно 2 месяца мы ждали лучшие голоса, и сегодня настало время их услышать. Если твое тело во тьме, увижу не я, сияй. Для меня боль убитый мотив, я за тобой по пятам. Ты от меня, но не улетай, просто сияй. Что ты грустишь обо мне? Ты что придешь однажды? У тебя в глазах звезды отражаются, на твоих руках облака качаются, и не нужно слов. Ты вернешься, обещай мне играть Шопена. Ты вернешься, обещай. Oh,
первого дня приема заявок участники удивляли команду проекта ярким, своеобразным исполнением известных хитов и собственных песен. Каждый из них сумел заявить о себе и готов бороться за победу. Участниками заочного этапа стало около 200 человек. Врачи, спасатели, учителя, полицейские, работники налоговой службы и нефтяных компаний. И это лишь малая часть списка профессий наших героев. А теперь подлечу, мои пятки горят, ножики резвые, блядски хотят. Я пою на улицу, где-то пойду, буги-буги, станцую, песню стою. Я пойду на улицу, где-то пойду, буги-буги, станцую. Удивительным фактом проекта стала и география участников. За 2 месяца нам удалось объединить поющих людей из самых разных уголков Югры. Помимо крупных городов, муниципалитетов и поселков Ханты-Мансийского автономного округа, заявку на конкурс отправили и люди из соседних регионов. Мы гордимся каждым участником, ведь они – настоящий пример целеустремленности и преданности своей мечте. Этап проекта завершился, впереди отбор финалистов. Совсем скоро эксперты Югровидения начнут работу, отсмотрят видео каждого участника и выберут десятку тех, кто поборется в финале за главный приз – авторскую песню и звание лучшего голоса Югры. Но 2 финалистов сможете выбрать именно вы, дорогие зрители главного окружного. Прямо сейчас заходите на сайт телеканала в раздел проекта «Югровидение» и голосуйте за понравившегося участника. Поддержите своих коллег, близких, знакомых и незнакомых, но безумно талантливых людей. Партнер программы «Югровидение» – жилой квартал «Вознесенский». Квартиры в историческом центре Тюмени с выходом на набережную от 6 200 000 рублей. Телефон 560-096, код города 3452. В завершении дневника нашего проекта хотелось бы рассказать вам о важном музыкальном событии «Югровидения». У нас появился гимн. В его основу легли главные слова «Сдаться ты всегда успеешь». Главные для каждого из нас, кто мечтал быть артистом и не только, кто, оказавшись в другой профессии, продолжает развивать свой талант и не предает мечту. Главные слова для любого человека на этой планете. Важно всего лишь помнить, что наша сила внутри нас и бесконечно верить в себя. И несмотря на то, что участники проекта находятся далеко от меня, нам все-таки удалось спеть вместе. И если вы, дорогие зрители, не причастны к музыкальному проекту «Югровидение», но также сильно любите петь и живете с музыкой в сердце, пойте с нами прямо сейчас. И пусть Югра услышит нас. Для тебя.
черепит настроение, и спасатели журналист. Петь с душою будут с экрана, мечты твои сбылись. Фраза, ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо, а ты лишь людям пускай. Можно все забыть и глаза закрыть, но голос, наш голос, все дороги нам откроет. И как бы ни пришлось в этой жизни сложно, голос, твой голос поведет тебя за мечтой. Завтра ты всегда успеешь, да, но мечту свою не предавай никогда. Иди вперед, пусть будет сложно в пути, придет время и ты сможешь себя найти. Главное, чтобы в душе была песня, и об этом мы споем с вами вместе. Завтра ты всегда успеешь, но постарайся, никогда ни за что не сдавайся. Никогда, никогда не сдавайся, ни за что, ни за что не сдавайся. Никогда, никогда, пусть ее гра слышит.